Вот здесь момента, пока Юрий Петрович отвечает технику, сказать, что Юрий Петрович, будучи ректором, очень большое внимание уделял развитию наших гуманитарных кафедр. В частности, вот он был инициатором образования кафедры культурологии, это 1989 год. Открытие новой специальности политологии тоже была заслуга Юрия Петровича. И мы многие годы, включая сегодняшний этот год, 15-й, выпускали специалистов-политологов. Ну, мы на время это прекратили, у нас другие специальности стали развиваться. Но, во всяком случае, Юрий Петрович, великое вам спасибо от лица наших гуманитарных кафедр, вот Анатолий Павлович, не даст соврать. И вот это, вот это.